70 лет исполнилось известному хореографу, народной артистке Казахстана Гульжан Талпаковой. В честь юбиляра в Доме культуры имени Смагула Кушекбаева в Курмагазинском районе состоялся фестиваль танцев под названием «Ултых Винердің Винигелі Үлгісі», то есть достойный пример национального искусства. Получившая звание заслуженного артиста в 21 год, народной артистке в 31 она заставила своим талантом аплодировать многих именитых коллег по цеху. Великолепным танцем она сумела покорить многие мировые сцены. И сегодня в большом творческом полете она готовит новоиспеченных поклонников танца в нашем регионе. Занавес танцевального фестиваля приоткрыл видеоролик о творческом пути Гульжан Талпаковой. Поставивший на больших мировых подмостках такие известные шедевры казахского танца, как Куршак, Алмаз, Кыргаул, Алия и Косалка, она познакомила мир танцами народов Азии. Огромен вклад Гульжан Талпаковой в пропаганде национального искусства танца. И творческим коллективам, принявшим участие в фестивале, было особенно почетно выступать перед таким мэтром танца. В фестивале приняли участие 12 детских творческих коллективов в возрасте от 5 до 12 лет. С высоким мастерством юные артисты предоставили на суд зрителей казахские, узбекские, еврейские, татарские танцы. Мне 5 лет. Я воспитанница детского сада Айбубек. Очень люблю танцевать. Когда вырасту, хочу танцевать на большой сцене. Мы сегодня показали еврейский групповой танец. После этого меня похвалила Гульжан Изимовна. Я очень рада этому. Тоже хочу покорить большую сцену, как и она. Желаю дарить людям свое искусство и радовать танцами. Гульжан Талпакова дала очень высокую положительную оценку мастерству участников, но также пожелала, чтобы они и дальше продолжали оттачивать исполнительский уровень танца. Пожелав постоянного творческого поиска, педагог пригласила всех участников принять участие на первом конкурсе фестиваля танцев народов мира, который планируется провести 13-16 апреля в городе Атырау. Очень тепло. Интересно аплодировал мне сегодня зал. Мне показали интересные свои танцы, свои самодеятельности. Сегодня мой первый выезд по районам. Я желаю вам всем-всем крепкого здоровья. И самое главное, конечно, это больших творческих успехов. В завершении фестиваля от имени акима района педагогу Гульжан Талпаковой вручили благодарственное письмо и памятные подарки. И участники, отличившиеся своим талантом, не остались без внимания. Ахмуншах Турехангызы, Слухи Акаттарызы, Булат Рахметұлы, служба новостей, Курмангазинский район.